Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Давайте выполним упражнение номер 11 на странице 127. Прочитайте скороговорку в саду так. Сначала сверху вниз первый столбик, слоп, затем второй и затем третий. Поливала сливу Клава, Слава сливу поливал. Сливы выросли на Славу, угощала Славу Клава, Слава Клаву угощал. Шевченко, автор этой скороговорки. Что значит «выросли на славу»? «Выросли на славу» – это значит «выросли очень хорошие, большие и вкусные». Тебе надо записать скороговорку так, как записывают нестихотворный текст. Объясни, какие слова в каждом предложении ты напишешь с заглавной буквы. «Поливала сливу Клава» с большой буквы. Мы напишем первое слово этого предложения. Поливала и Клава, потому что это имя. Слава сливу поливал с большой буквы. Мы запишем слово Слава, потому что это первое слово предложения. И это имя мальчика. Сливы выросли на Славу. Здесь мы с большой буквы запишем только слово Слива, потому что это первое слово предложения. Угощала Славу Клава. Слава Клаву угощал. Угощала с большой буквы, потому что первое слово предложения. Славу имя. Клава имя, Слава имя, Клаву имя. Пишем их за главной буквы. Запиши первое предложение. Поливала сливу Клава. С большой буквы записываем. Поливала с маленькой буквы сливу и с большой буквы Клава. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.